Первая девушка-председатель. Член объединения молодых специалистов компании «Алроса» выбрали себе нового лидера. Им стала Елена Бруй, инженер Центра подготовки кадров. За всю историю объединения она первая девушка-председатель. Голосование прошло на ежегодной отчетно-выборной конференции. Кроме результатов работы совета в подразделениях компании за прошлый год, прозвучали и напутственные речи от представителей руководства «Алроса». В вас силы намного больше, в вас энергии намного больше, в вас запала намного больше, чем в нас, тех, кто был не так давно молодыми специалистами. Помимо председателя избрали и новый состав совета, а также отметили активистов. Сейчас в объединении более 5000 человек в возрасте до 30 лет. Часть из них в кадровом резерве компании «Алроса». У нас уже в процессе реализации первый новый проект – это DealFest, деловой фестиваль для председателей молодых специалистов на предприятиях и для членов совета. Второй новый проект, который мы запускаем в феврале – это Union Bus, это молодежный десант компании «Алроса» молодежи. Будем выезжать, проводить очень интересные, необычные тренинги, события для удаленных площадок.